четкого регулирования этого вопроса нету, но законодательство поставлено таким образом, что дольщик обязан в определенный срок приступить к приемке. У него нет обязанности закончить приемку квартиры в какой-либо сжатый срок. Во-первых, любая такая ситуация должна быть зафиксирована. Если застройщик чинит препятствия дольщику в приемке квартиры, ограничивает по времени, выключает свет или выгоняет самого дольщика из объекта недвижимости, соответственно, дольщик имеет право либо составить акт о том, что такой факт состоялся, да, о том, что ему чинится препятствие в приемке, либо направить уведомление или требование застройщику письмом. Письмо в данном случае необходимо направлять заказным письмом или лучше даже с ценным письмом с описью вложений. Это позволит зафиксировать то, что такой факт состоялся, и предъявить застройщику требования. В дальнейшем, если такая ситуация будет продолжаться, эти документы послужат основанием для обращения в суд.